Теперь вопрос наоборот предыдущему. Из ахрама мунфаридан сумма нава алимама. Если человек стал совершать намаз в одиночестве, но затем за ним собралась группа людей, и он решил стать имамом, так или нет? То есть поменял намерение на имамство. Разрешается такое или нет? Фиазель масхада риваятан анин имам Ахмад. В этом вопросе два риваята от имама Ахмада. Ар-ривая уля, первый риваят, дела зазали. То, что это разрешено. Бин нафль дун аль-фард. Но что это разрешено только в добровольных намазах, а не в обязательных. Вахтараха акфару асхабихи. И это первый риваят от имама Ахмада. Его выбрало большинство ханбалитов. Варивая сани и второй риваят, дела зазали, кафин нафль валь-фард. Что это разрешено как в добровольном намазе, так и в обязательном намазе. Вахтара Залик ибн Кудама, и это мнение второе выбрал ибн Кудама, а также шейхул Ислам ибн Таймия. Аль-Каулю Сани Гуас-Саваб. И правильным мнением является мнение второе, что это разрешено как в добровольном намазе, так и в обязательном намазе. Ляна Набия саллаллаху алейхи ва саллям сабата анху анну салля нафиля мунфаридан. Потому что от пророка саллаллаху алейхи ва саллям пришло, что однажды он начал совершать добровольный намаз в одиночестве, то есть ночной таравих. Сумма джа хальфау ман ятам наби. А потом пришли за ним и стали люди, которые решили совершать намаз за ним. Фааммаху. И он взял намерение, что будет для них имамом. Говорит, этот хадис у нас приходил под номером 393, так или нет? Или придет еще под номером 393. Вама джазатин нафиля, и то, что разрешено в добровольном намазе, джазатин фарида, то же самое разрешено и в обязательном намазе. Ваман фаррака фаалихи далил. А тот, кто разделяет в этом вопросе между добровольным и обязательным, тот должен привести довод. Вакад раджиха азал кауль аль-Алляма ибн Усаймин, и это мнение выбрал шейх ибн Усаймин. Фаида говорит примечание, суиля шейху ислам, амма иза адрака раджуль мааль имам баалда сала. Шейху ислам ибн Усаймин задали вопрос относительно человека, который успел на часть коллективного намаза. Вакама лияти бима фатаху. Затем стал, чтобы дочитать то, что он не успел. Фатамма би ахарун. И за ним уже выстроились второй джамат. Так, халь яджуз амля, такое делать разрешается или нет? Вопрос понятен? Я пришел, опоздал на два раката. Встал, свои два раката, то есть два раката имам дочитал, имам дал салям, я встал еще два раката дочитать. Когда я встал, сзади еще группа пристроилась, которые опоздали вообще на весь на джамат и решили за мной совершить свой джамат. То есть можно ли мне стать для них имамом, в то время как я начал совершать намаз сам за имамом? Понятно или нет? Говорит, фааджаба шейхул ислам ибн Таймия ответил, иза адрака мааль имам баадан, вакама яти бима фата. То есть если человек успел начать намаза, а потом стал зачитывать, фаатамма бихи ахарун, и за ним стали люди на второй джамат, джаза фи азар каулей аль-уляма. Это разрешено по самому правильному из двух мнений ученых. Это является чем разрешенным.